Вау, ребят, обалденно. Так, рассказывайте, кто что делал. Я там видел, вроде Monkey Tricks подключился в Discord. Вань? Он, наверное, в голосовую не пробрался еще. Здравствуйте, здравствуйте. Привет, привет. Слушай, ну я так понял, вы дальше шести слов не пошли с текстом. Ну, мы только объявили о начале вызова. Мне тут же прислал трек. Я тут же накидал. Тут же он мне прислал слова, я тут же прислал свои. Просто друг за другом два сообщения. Мы такие, ну, собственно, они срифмованы, больше ничего делать не надо. Да, да. То есть первые три слова были в одной пачке, да, вторые в другой? Или как? Пицца, мышь, пустота у него была. Вторая у меня пачка была. Ну тут привидение, идеально. Игра Алмата. Да, да, идеально. Не, ну мы там накидывали варианты, но, собственно, уже почти готов был трек. Неделю назад я тут за город уезжал на 3 дня. Ничего не делал. Приехал и за 2 дня вот этот скретч заделал. И поэтому он такой перебивками. Понял, понял. Ну, то есть можно было это, если подольше отрепать, одним тейком сделать. Ты про склейку, я понял, да, про что-то, ага. Ну да. Слушай, а скажи, то есть Манки весь продакшн делал потом, да? Ты ему просто вокал заслал и вот эту часть со скретчами? Не-не-не, он мне прислал трючок. Я его сделал +3, потому что было ни туда, ни сюда неудобно петь. И под него просто вот это все подложил. Понял, понял. Да, ну как мы уже знаем по его стилю работы, что у него минус 20 на мастере, поэтому... Не-не-не, я про тональность. Про тональность, все, я понял. Я думал про уровень звука, который он тебе прислал. Не, я его, конечно, попросил сделать +3. Он меня так же, как ты, не понял. И в итоге мы сделали со старым минусом. Класс. Ребят, как вам работа? Кто здесь сейчас? Автоход, Вадик. Отлично, отлично. Спета, прикольненько. Аккуратненько. Витрепит рулит. Вкусненько. Витрепит, да. У вас тоже, да, он был? Ну да. Кайф, кайф. Мне еще понравилось, что на пластинке у тебя там Симпсоны были. Там только Мардж. Остальные там Губка Боб, Рик из Рика и Морти. Адская смесь. Это да. Чуваки из Казани мутят наклейки. Класс. Ты наклеиваешь, если у тебя пластинка болтается, наклеиваешь эту наклейку, она какое-то время не болтается. Ты имеешь в виду на штырьке, если она разболтана или что? Да-да-да. Понял, понял. У меня еще одна есть чисто с Риком и Морти. Шикарно смотрится. Так, ну что, респект Семену. Жалко, не зашел поболтать, но выясним детальки. Семен жжет вообще. В чате. Да вообще, реально, уже на 4 треках, по-моему, он был сегодня. Епишка готова. Класс, класс. Спасибо, ребят, за время и что сделали так очень четко и продуманно. Класс.